Транспорт Верхневолжья рассказал о работе автобусов в новогодние праздники. С 30 декабря по 8 января в Твери, Калининском, Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Конаковском округах автобусы будут курсировать по графику выходного дня. С 9 января общественный транспорт в этих муниципалитетах начнет перевозить пассажиров в привычном режиме. Пригородные маршруты в Кимрском, Ржевском, Зубцовском и Старицком округах 30 и 31 декабря, а также 6 и 7 января будут курсировать по расписанию праздничного дня. Но с 1 по 5, а также 8 января по графику рабочего.